Доброе утро, ребятки, всем. Я встала, завтракаю, видите, дома нету. На улице такое солнце засвечивает глаза, думаю, не буду даже снимать там, потому что все равно будет плохой вид, потому что очень много солнца. Так, это утро, 6 утра. Вот. Вчера я не смогла сделать видео-влог, потому что, честно скажу, не было настроения. Знаете, что случилось? Ну, очень жаль и обидно. Как вы видите, я потеряла одну сережку. Короче, вторую я тоже сняла. Очень жаль. Сильно расстроенная. У меня была надежда. Я на работе вчера, значит, обнаружила, что ее нет. Была надежда, что я приду домой, я ее дома найду. Либо на полу, либо где-то там. Ну, в общем, она, скорее всего, уплыла в ванную. Я думаю, что это случилось так, потому что, вот, видимо, душ принимала очень обильно. Мылка или шампунь, я не знаю. Ну, в общем, ушла серьга, очень жалко, я была расстроена и думаю, ну, сегодня, скажем так, меня уже попустило, я для себя решила, пускай это будет самая большая потеря, вот, понятное дело, я себе возьму другие, потому что без них я не могу, я привыкла, это женские, скажем так, Витя говорит, вот я не покупаю золото лишь только потому, что теряешь потом очень тяжело, не от того, что жалко, что это много стоит, а от того, что они... К ним привыкаешь, они мне нравились и так далее. Тем более был один комментарий по поводу этих сережечек, что они у меня всегда вот так вот, вот так, да, люблю это дело. Ну, все, тему закрыли, все, что так случилось, так должно было случиться. А вчера я делала, что делала, хотя и не было у меня настроения, но я понимаю, что пропадут огурцы. Я заквасила одну баночку на зиму, она через 3 дня, я ее прокипячу и закрою. И промариновала 2 полторашки, 1-2-литровую баночку огурчиков с кабачками. Там у меня всего лишь 6 штучек, я много не брала. Я их сегодня что-то там буду перерабатывать и вам покажу. Вот, хлебушек, просили хлеба рецепт. Я сегодня с утра отписала, почитайте. Но это рецепт для хлебопечки, имейте в виду. Ну, в принципе, то же самое будет и в духовке, я думаю. Вот, если есть формочка и так далее, ну, в общем, пробуйте, пытайтесь. Ну, хлеб вкусный, мне он нравится, я его сейчас буду кушать с вареньем из смородины. Я не варенье, а оно вот живое, то есть я сахаром перетерла и сделала такую намазочку для хлеба, красную смородинку. Сейчас попью кофеек с красной смородинкой, с хлебушком и побегу на работу. На работе есть предпосылки того, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, потому что несколько кабинетов я уже прошла, то есть, ну, обходной я еще не получила, но я надеюсь, что буквально за несколько дней все должно решиться. Очень этого хочу, жду, потому что очень много поднакопилось планов, дел, вот, и, значит, все. Отпустила я, ребята, отпустила. Я не буду возвращаться к этой теме, прямо на слезы меня. Ну, где-то я сама виновата. Во-первых, они, понимаете, серьги были как? Обычная цепочка, ну, в общем, ну, это надо показать, но я вторую не буду доставать, а то еще больше будет душа. В общем, они были без замочка, без как, без вот этого, если гвоздик закрепляется, да, какой-то там этой самой, то это, получается, они подвесочки, и они просто висели на ушке, там цепочка, а здесь такая вот, ну, именно петелька, на которой она держалась. Ну, видимо, так должно было быть, она ушла, ее нет. Я обшарила все и на работе, и дома, и постели, и подушки, и все-все-все. Видимо, она ушла. Хотя, ну, Витя говорит, если бы ты закрывала ванную крышечкой, она... Я говорю, Вить, ну я же утром на работу бегом, жу-жу-жу-жу-жу, какая там крышечка, я же не парюсь в ванной. Короче, видите, говорю, не буду возвращаться, и снова возвратилась. Ну, если женщины смотрят, понятно, смотрят, то меня поймут, когда теряешь. Честно, лучше не иметь. Ну, уже имеешь, ну куда же ты от этого денешься? Имеешь, потому что мы себя любим, уважаем и любим всякие прекрасы для девчат. Вот мы же девчатки, правильно? Вот, у меня раньше было много колец, от них я уже ушла, потому что какой-то был рубеж жизни настал, что бум. Ну, у меня был такой период в жизни, тяжеловатый. Но опять-таки, не будем к тяжелому. Смотрю на Витины ромашки и любуюсь. Вот они уже стоят 3 дня, а им вообще нет даже и вида, что они стоят 3 дня. Настолько они, вот эти дикие ромашечки, махонькие. Такая прелесть вообще. Сижу и любуюсь. Степа поел, лег спать. Я вообще одна, думаю... Ну, вчера я не делала ролик, мне же хочется с вами пообщаться, даже и вот таким, не только радостью, но вот иногда такая маленькая
неприятность произошла в моей жизни. Вот, с вашими комментариями очень была рада их слушать, читать. Сама с собой, Витя, до сих пор, Лена, ну что, сделать громче, Витя. Понимаете, слово, опять-таки, ну это от усталости, от вот этого неприятности того, что все щипает, у меня перемкнуло слова в моей голове. Я понимаю, что нужно сказать, что надо тише сделать, а у меня почему-то это тише пропало вообще не пойми куда. И что попало, я мелю, потом думаю, господи, не съехала ли я с катуш. Что я мелю? Нормально, нормально. Спасибо вам за поддержку. Андрюха, спасибо. Всех читала. Везде улыбаюсь, очень приятно. Вас повеселило и самой весело, правда. Нет, я вот это вспомню момент. Видите, запоминаются такие мелочи. Опять-таки, если наиграно оно, то оно как-то, ну, понимаешь, что ты играла. А когда вот спонтанно получается вот это вот всплеск такой эмоции обалденной, то оно действительно запоминается надолго и радует долго. Нет, вспомнишь, как про тот хрен, я вам рассказывала, да, когда мои знакомые пришли. Но я повторюсь, может, кто-то не слышал, опять будете улыбаться. Это ж просто из жизни анекдот, что мы приехали от Витиной мамы, и царство небесное, она еще была жива, и накопали там мы хрена для закатки, а хрен, понятно, в земле грязный. И Витя его замочил прямо в самой ванной и решил там обмыть эту землю. Вот. А к нам пришли знакомые, муж и жена, и хотел этот, ну пусть будет имя, да, хотел этот Ваня, каже, мені руки помыть. Я говорю, иди помой руки, а сама ему кажу, там Витя хрен мыл, не подумай, что это, ну ванная грязная, Витя мыл хрен. Он вышел в таком недоумении, но опять-таки, ну это слова, это не матюки ни в коем случае. Выходит и каже, а скільки ж він її руки не мив, все. И вот теперь, когда он ко мне звонит, я, понимаете, о чем он, а я о чем? Я про хрен растений и так далее. Ну, ребят, я без цензуры. И теперь он, когда мне звонит, скажет, можно в гости идти, Витя, хрен помыл, каже. Вот вам, пожалуйста, да? Вот, ну, слово чуть-чуть не так, или нет, слово так, а понимание идет двоякое, и человек запомнил эту шутку, да и мы с ним тоже. С Витей нет, и вспоминаем, ну что, хрен будем мыть, будем. А вот, вот так, ребятки. Ну, опять-таки, я ж просто прошу, без цензуры. Шутка это шутка, я думаю, умные люди поймут, что это без всяких там каких-то, ну, мы живем жизнь, мы понимаем, о чем речь и так далее. Все мы раньше или позже к таким словам, скажем так, приходят наши моменты в жизни, да, именно так. Ну, в общем, все, ребятки, я думаю, я вам подняла настроение. За сережечки мои не расстраивайтесь, куплю новые, все будет хорошо. Хотя у меня это не в планах была покупка, совершенно не в планах, у меня сейчас другие планы, но как-то надо вот так вот, вот так, вот так, вот так, вот так, ну, выкрою что-нибудь, я удумаю, учудю, я как-то в жизни мне удается, я же не говорю, что я там проворотливая или какая-либо, но, в принципе, если я сильно чего-либо хочу, то я раньше или позже добиваюсь, ну, понятно, не небо, звезды, не-не-не, но такие доступные для меня вещи, все равно для меня эта цель есть, и я ее буду пытаться свершить, а то у меня ракурс такой, щека у меня, говорит, повернута вот так, кручу-верчу. Может, думаю, худее буду. Не, ребят, кто-то меня из подписчиц увидел и говорит, у тебя щечки не такие, как в кадре. Да, камера немножечко преувеличивает, увеличивает. Может быть, я себе льщу, может, она не увеличивает, да бог с ним. Было бы здоровье, щечки или не щечки. Главное, есть улыбка, есть азарт, есть огонек в глазах. Чего вам желаю, чего вам я всем хочу пожелать, чтобы было у вас настроение веселое, радостное, потому что на улице солнышко, тепло, хорошо, все цветет, комары кусают. Да, ну, лето есть лето, каждое время года по-своему, мы потом зимой будем вспоминать эти дни, вы сами понимаете это, правда? Вот, мои хорошие, ну все, 17 минут, мне пора завтракать, на работу бегу. Вот, и буду надеяться, что еще сегодня пару подписей где-то каких-то чего-то есть у меня надежды. Все-таки конец недели, ну, должны же как-то уже. Вот так. Все, мои хорошие, все, всем привет. И всем до вечера. Я думаю, вечером что-нибудь с Витей мы как-то что-то. Вот так, помните, мужик один сидит, говорит, что ты делаешь? Ой, что я мелю? Опять нехороший анекдот. Все, что-то меня понесло. Ушла. Все, пока, удачного дня. Вот то я чудю. Боже мой. Стыдоба. Пока.